Встретив эту милую, очень улыбчивую женщину на улице не в форме, как говорят в армии по гражданке, сложно даже представить, что перед тобой настоящий прапорщик. Внешняя красота и изящество в этой представительнице прекрасного пола соединилось с мужским волевым характером и верой в свои силы. Когда-то много лет назад Елена Щегельская пришла служить в часть, где служил муж. Времена были сложные, полученную профессию кондитера пришлось оставить и надеть форму. Однако девушке это оказалось по нраву. Выросла с братьями, была чаще всего в мужском коллективе. Как-то неженкой никогда не было, всегда нравилась физическая подготовка, всегда нравилась... Такие боевые искусства, всегда смотрела телевизор, фильмы про войну, мы воспитывались на партизанах. Все это нравилось. Недельные полевые выходы, учения и почти три десятка прыжков за спиной. Такова боевая биография прапорщика десантной бригады. Сегодня Елена Щегельская уже с трудом представляет себя в другой профессии. Признается, прикипела к армейскому делу сердцем и душой. Армия наложила такой отпечаток, что я стала намного увереннее в себе. Я сразу сдала на права, что я в гражданской своей профессии боялась этого сделать. А если я решила прыгаю с парашютом, я в небе ничего не боюсь, значит, я на дороге не боюсь. Старший прапорщик – это на работе. Дома – мама, любимая и любящая жена, надежная боевая подруга. Вместе с мужем Юрием, ныне подполковником запаса, они воспитали двоих сыновей, один из которых продолжил родительское военное дело. Армейский и домашний мужской коллективы в некотором смысле сформировали в характере Елены определенную строгость и порядок, которые поддерживаются дома. Однако при всем этом любимые мужчины в один голос называют ее принцессой и стараются как могут оберегать и поддерживать. В жизни, наша принцесса. Веселая, задорная, радостная. Наша любимая мама. Она очень сильно нас оберегает и любит. То есть нам как бы без нее, допустим, было бы, наверное, очень сложно. Ну, мы чувствуем ее любовь. Я и, естественно, дети. Женщина-руководитель, женщина-военнообязанная, женщина-мать и супруга. Как много ролей, которые удается успешно совмещать Елене Щегельской. И кто бы ни говорил, что, одевая погону и форму, представительницы прекрасного пола теряют хрупкость и утонченность, это не так. Просто очень важно найти себя в этой жизни и ценить то, что ты делаешь. Ведь все начинается с любви. Это, конечно, любовь. Любовь мужа, жены, чтобы дети видели, как нужно общаться в семье. Любовь к детям. Большое слово «любовь» им все сказано. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».